Всем огромный привет! Каждый четверг на моем канале выходят видео с рецептами правильного питания. И видео я снимаю не одна, а совместно с каналами Анна Флорида и каналом София Белавина. Они тоже готовят для вас полезные рецепты. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Не пропустите! Всем огромный привет! Готовим сегодня невероятно вкусные, сочные и простые в приготовлении рулетики из окорочков. Удаляем у окорочков косточки. Кладем окорочка плоской частью вниз и отбиваем молотком для мяса. Добавляем соль, черный молотый перец и травы по вкусу. Также можно добавить сюда чеснок по желанию. Кладем твердый сыр и сворачиваем в рулетик. Кладем на фольгу и при желании можно обвязать ниткой. Я делала один рулетик, обвязав ниткой, второй делала просто свернув. Ни тот, не развернулись абсолютно при выпекании. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Потом разворачиваем фольгу и смазываем сливочным маслом, либо же можно смазать сметаной, майонезом при желании. И выпекаем снова при температуре 180 градусов 10-15 минут. Даем рулетам остыть, нарезаем и подаем на стол. Желаю вам приятного аппетита, всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!